Более 200 школьников Луганщины уехали на отдых в западные области Украины. В числе провожавших была и наша съемочная группа. Все расходы взяла на себя принимающая сторона – Житомирская областная государственная администрация. Выбирали детей, которые действительно или малообеспеченные, или есть пострадавшие в семье. То есть те, которые действительно социально нуждаются в оздоровлении. Для детей и подростков общение с ровесниками из других областей станет хорошим опытом. Я ожидаю получить много хороших эмоций и подружиться с новыми людьми. Группу детей посадили в комфортабельный автобус. Провожали родители, сопровождающие как с Луганщины, так и из Житомира. Я думаю, это будет хорошим початком такой инициативы, обмену детьми, группами детей, чтобы они себя почули в нормальном коллективе, и в том числе и наши дети. Потому что спілкування, скажем, детей из Житомирщини, Луганщини, воно даст позитивные відгуки обом сторонам. По словам Александра Антонюка, в Житомирской области сейчас проживает больше 1000 детей из семей вынужденных переселенцев. 900 из них уже учатся в местных школах и посещают детские сады, и никаких языковых или межкультурных барьеров не существует. Есть чудовое ассимилирование одних и других детей, что житомирян, что детей из Луганщины. Они находят швидше спільну мову, на жаль, чем дорослые. Андрей Давиденко, Илья Трофимов, «Події».